Мы продолжаем тему знаменательной битвы под Москвой. Это сражение длилось 203 дня и стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. В дни 72-й годовщины по всей стране проходят различные памятные мероприятия. На одном из них в сельском поселении Булатниковское побывала и наша съемочная группа. 5 декабря, в день 72-й годовщины битвы под Москвой, в сельском поселении Булатниковское состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию памятника воинам. Посельчане и гости церемонии собрались, чтобы еще раз вспомнить имена солдат, которые ушли на фронт из поселка Битца и деревни Вырубово, воевали и погибли на полях Великой Отечественной войны. Еще раз мы, открывая памятники павшим героям, точно ведь вспоминаем о их славных именах, о их героических поступках. И что самое главное, мы даем нашим молодым ребятам возможность задуматься над их истории, настоящее и будущее. Памятник воинам был установлен в 1959 году. Этот памятник собирали наши отцы деньги от трех населенных пунктов – Битца, Вырубово и Дубровский поселок. Они его поставили. И когда здесь всегда День Победы был, здесь у нас стояла школа начальная, и пионеры ходили, были поставлены вдоль дорожки флаги, нанимали оркестр духовой. Вот так мы всегда отмечали День Победы. За долгие годы памятник неоднократно реставрировали. Сами жители тоже старались поддерживать его в хорошем состоянии. Но, несмотря на это, он пришел в негодность. Памятник, который здесь стоял под открытым небом, он был из железа. Начал гнить, ржаветь, и уже просто красить и поправлять его было бесполезно. Поэтому было принято решение его демонтировать и установить. Вот совместно с жителями мы обсуждали, какого вида памятник должен быть. Самое главное и ценное, что есть у нас, память о делах и поступках предков, которые выражаются в любви к своему родному краю, преданности ему, стремлении и готовности к защите своего народа. Благодаря памятникам, обелискам и мемориальным доскам удается сохранить и передать будущим поколениям частицу нашей великой истории. Не понаслышке, не со стороны, тем ближе нам воспоминания ваши. Память погибших воинов почтили минуты молчания, а затем возложили венки и цветы к обелиску. Вечная память павшим и бесконечная благодарность ветеранам, живущим рядом с нами. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.